Всем огромнейший привет. Сегодня 18 февраля. Зашли в Доброцент, который находится в городе Арамиль. Прямо на Арамильском привозе. Арамиль тут сразу что-то убирается уже. Кофточки какие-то, тут одежда лежит. 585. А, ну это брюки. Это какие-то брюки. Вот такие вот. А что, брюки называются, что ли? Мне кажется, женские. Угу. Толстовки женские, только что, которые смотрела, 939 рублей. Колготки женские, утепленные. Видишь, что? По ходу дела. В общем, тут накидано все в кучу, если честно. Халаты женские. Где вот они? Вот я вижу полотенце махровое. А, вот он. Ничего себе. Полотенца махровые, вот они. Что они там стоят? 90 рублей. Нормально. Трусы, колготки. В общем, туника женская. Ну, вот разные. Господи, какое маленькое все. Маленькое? Ну. Ребятки. Ну, да. Так, ну погнали сначала. Что здесь есть еще? Значит... Что-то с ценниками как-то напутано. Это у нас шашлычки делать. Где оно? Вообще ценник. Швабра. Не то. А, вон сверху, наверное. Нет, перчатки. Термопод. Интересно, что-то нету ценника, что ли? Походу нету, ну ладно. На барбекюшные сетки. Щетка автомобильная, скребок. Вот такая достаточно длинная, но такую я бы не взял. Швабры 219. Крем-мыло пошли жидкие, 120 рублей. Маска для волос. Шампунь чистая линия. В принципе, вот этот шампунь, он в магнитах есть. Ценник такой же. То есть разницы-то я не видел. А вот это вот Клирен Энклеон. Интересно, это что, переделанное какое-то? Вот есть такая же фирма, да? Но другие чуть-чуть. Блин, я ценник не вижу. Другая канистра? А, вот Клирен Энклеон 289. Ну, там 290 в оригинале, которая. Зубная паста Аквафреш 159. Зубная паста Аквафреш свежающая. По сплату я что-то не вижу. А, вот сплат от Белина 99,90. Это нормально. Это недорого. Так, тушенка. Свинина. Что-то как-то я не знаю. С ценниками маленько напутано. Короче, консервированная тема пошла. Консервы мясо растительное с мясом птицы с крупами. Значит, состав. Вы видите, производителя я что-то пока не вижу. Но это Ромкор у нас. Сейчас мы его прочекаем по телефону. Подождите. Так. Так, симпатичная баночка. 74,90 стоит. Средняя цена 53,51 здесь. Но смотрите, 4,75 оценка. Вкусно, банка под завязку, свой ключ для вскрытия. Довольно неплохо, но отзывов мало как бы. Тушенка 109 рублей, 109,90, да? Давай посмотрим, чья она. Говядина тушеная, производитель Скопинский мясоперерабатывающий комбинат Рязанская область. Так, средняя цена 76,35, еще дешевле. 3,7 из 5, да, 13 отзывов. Под картошку или вермишельку. Не знаю. Есть мясо, есть нормальный вкус. 4 звезды поставил по соотношению цена-качество. Минус много жира, мясо обрезки с разных частей жилками. Цена 70,90. Доброцене мясо есть. Больше желе есть. Можно покупать или нет, на усмотрение каждого. Не выше сорт, не тянет на первый сорт, да. Плюс натуральное мясо, минус много жира. Очень много жира, кстати. Ну да, тут вот. Есть претензии жира. Давай вот килечку посмотрим. Вот что такое? Мыло взяла. Хозяйственное мыло. Тут ничего нету, понимаю. Ну, давай посмотрим. Кого? Килечку вот эту.
килька-килька. Я только не вижу ценник. А вот 39,90 в этой килечке. Чуна где произведена. Изготовитель Владимирский консервный завод. Владимирская область. Город Лакинск. Нет, тут грязно, она не видит. А тут везде что-то, да? Тут ты запортачена, что это? Главное, везде. Везде так, но... Во! Блин. А что, не хочет ли она брать? Нет, не берет. Ха, странно. Не берет. Давайте скумбрию проверим. Скумбрия. Стоимость. Где на скумбрия у нас? 65,90. Состав рыба скумбрия. Масло подсолнечное, ферментированное, соль, поваренная, пищевая. Изготовитель я нифига не вижу, конечно. Отзыв один, средней цены нету. Сухая, невкусная, пишет. Производитель город Серпухов, Московская область. Горбуша натуральная, 70,90. Булькает? Плавает рыбка? Мне кажется, там вообще ничего нету. Да? Средняя цена 68,90, отзывов нету. Ну ладно. Давай вон еще горбуша. Есть. Она тоже 70,90 стоит. Блин, тоже ничего нету. Ни средней цены, ни Тимошина. Ивайси, давай ее посмотрим. Тушка копченая в масле. Интересно. Ивайси, так, средняя цена 100 рублей. Сергей. Да. Здесь 99. То есть, ну, нормальная цена. 4,3 из 5. Достаточно много отзывов. На Дальнем Востоке сделано. Дальний Восток? Сделано на Дальнем Востоке. Угу. Ну ладно. Рыбки целые, чуть суховатые минусы. Очень вкусно, минусов нет. Вкус, внешний вид минус. Плюс невкусные точка. Минус сухая без вкуса. Плюсов нет, минус водянистость. Плюс вкуснее, чем сардин компании Доброход. Вполне съедобно. Ну вот, мнения разделились. Что у нас тут еще такого интересного есть? Давай шпутики чекнем. Средняя цена 54,90. Вернее, средняя цена, а здесь цена. Золото Крыма, то есть крымские. Средней цены нету, отзыв один и печально. Взяла для пробы, не прочитав отзыва. Полнейшая дрянь. Одно название шпрота, производитель, должно быть стыдно за такое. Минус все содержимое банки. Вот так вот. Ананас вон есть, кстати. Вчера мы с тобой ананасик целый ели. Что такое? Так, красные. Зато тебя будет видно издалека. Да, давай вот это проверим. Что это? Сайра приморская. Красные. Черевички, да. Это сайра, точно? Угу. Да, сайра приморская. Но ничего тут нету по ней. Давай банку ананасов. Вот. Чекнем тоже. К рыбке. Самое то пойдет. Так, ананасики. Тоже ничего нету. Идем дальше. По кукурузке пробежимся здесь же. Глобусы. Ну, они мятые, да, здесь все. Глобус-то известная фирма. Средняя цена 56, здесь 67,90. Но отзывы 4,2 из 5, в принципе, 240 отзывов. Не брать ужасное, не сладкое. Тут плюс годная кукуруза, минусов нет. Мало жидкости, плюс не очень сладкое, но жесткое. Цена, вкус, качество, исполняет ключ для открытия. Вкусная вот банка Г. Или откроешь, вся рука гнется. Хорошая, крупная, сладкая. Раньше всегда у нас был глобус, наверное, кажется, советской семьи. Кукуруза вкусная, иногда попадает в кукурузу. Ну, это короче, дорожек. Тоже глобус. Средняя цена 57,61. Здесь где горошек 67,90. Ну тоже, смотрите, 4,4 из 5. То есть, в принципе, это хорошая оценка. Плюс цена, минус, посмотрите, фото на банке. Написано идеально для салата. Читает только для салата. Ну, то есть, идеально только для салата. Хотя пишет, хороший горошек берите. Нежный молодой горошек, хорошего качества. Минус, некоторых партий выпадает с незначительным количеством перезревших горошек.
Вот. Дальше что? Ну давай вот этих проверим. 6 соток тоже кукурузу молочная. У нее просто сколько цена? Кукуруза десертная. Нет, кукуруза 6 соток. 64,90. 65 совпадает, но отзывов нету. Вот еще кукуруза десертная. Медведь 57,90. Он уже подешевше идет. Видимо, Мишка производит. Вообще средняя цена 42,43 да, рубля. 3 звезды, 2,9 из 5. Отзывы, я думаю, печатают. Нет, отвратительный вкус. Первый и последний раз беру данную кукурузу. Отвратительная, не сладкая по вкусу, как протухшая. Нормально, на салат полюбишь, для салата сойдет. Сухая отвратительная кукуруза, но у входа вышла аппетитная, на деле пришлось выкинуть. Понятно. Так, дядя Ваня, это что у нас и получается? Икра кабачковая 98,90. Ну, дядя Ваня известная тема. 108 средняя цена, здесь ниже 4,3 из 13. Ну, то есть брать это такое можно, получается. Ой, из 5, 4,3, 13 отзывов. Плюсов нет, на икру слабо похоже. Плюс кайфовая, минусов нету. Одна из самых вкусных икр. Вкусная икра, немножко сладкая. Хорошая вкусная икра без тыквы. Есть можно. Отличная икра, прям как в армии со сладким чаем и хлебом можно строить небольшой пир. Да. Дядя Ваня, 1,8 литра, маринованная, 242 рубля. Это дешево, 1,8 литра. Это много так-то. Огурцов по такой цене. Корнишоны 79,90. Но это не дядя Ваня. Эту баночку взять, посмотреть отзыв. Что мы-то маленькие огурчики в основном брали. Так, что-то думает. Цена 224, 4,1 из 5. Хорошая оценка. Плюс лучше многих конкурентов. Дорого очень по акции взяли и разочаровались. Попадается мягкий вкус, стал более искусственный. Хрустящий вкус как надо. Минус быстро закончились. Вкусный, хрустящий совсем как настоящий. А минус, видишь, пошли очень кислые. Ресторан идет на солянку. Хрустящий даже очень. Все, я люблю. Хрустящий большой объем. Минус много сладости, крупноватые. Минус не маринованные, а вареные, очень мягкие. Маринад хороший для горчицы. Минус всегда брала эти огурцы, но в последнее время они стали вареные, а не маринованные. Огурцы очень мягкие и не хрустят. Видите, кому как попадается, получается. Тут так все сжато, я смотрю. Белизна 69,90. Ну, белизну нет смысла смотреть, что он белизна из белизна. Туалетная бумага 149,90. Трехслойная 8 рулонов. Туалетная бумага Виера двухслойная, 6 рулонов, 74,90. Дополнительный древесный. Ну это что у нас? Собачатина, кошатина. Ну я скажу, вот столько же в магните стоит вот этот корм для кошек Феликс. Прям стоимость одна и та же. Ну вот еще здесь есть разные котлеты, пельмени. Да. Пельмени, вареники народные. Слушай, пельмени тут прям куча всяких. Прям куча. Да, Ранин, он говорит, мишкинские ну, очень вкусные пельмени. Пачка другая. Пачка другая. Давай посмотрим. Перейти по ссылке, что-то она ничего не дает. Сейчас еще раз. Адрес произведения Курганская область, поселок Мишкино. А, Мишкино с Бачей заезжали, нет отзывов. Ну вот смотри, у Мираторга по-любому должны быть отзывы. А что эти мишкинские стоят денег? Вон там, наверное, слева. Давайте Мираторг посмотрим. Мираторг вроде как должны... 168. 168 это за сколько грамм? 800 грамм. 800 грамм это мишкинские. Сейчас Мираторг посмотрим. Средняя цена 253 рубля, отзывы 3,2 из 5. Так, неожиданно вкусные пельмени из Доброценна. Не разваривают с приваркой мясная начинка. Не рвутся приварки, очень похожи на натуральные продукты. Минус цена, вкус мяса очень непонятно. Очень вкусные пельмени, все в норме пишут. 212 рублей, это Ашан, мне понравилось мясо, чувствуется безусловно. Минус мяска маловато. Мясо резина, вкус отвратный, не спасает майонез. Ну, в принципе, как бы
мнения разделились, конечно. Пельмени, пельмени Цезарь, Супериор, отборное мясо, тонкое тесто. Давай посмотрим. Ну и сразу берем. Посмотри там цену, пожалуйста. Средняя цена 201,69. Какая там супер? Цезарь супер. Отборный. Есть морозка. Супериор, вот 155 рублей. А тут средняя цена 201 рубль, да? Отзывы 2,9 из 5. Невысокий тоже. Цена по акции в Дикси 21 рубль. Немного жестковато тесто. Цена, видимо, плюс. Мясо как вата. Не так уж и плохо, вау-эффекта нет, но вполне достойно. Цена не соответствует качеству. Продукт содержит опасные добавки для здоровья человека. Не берите, поберегите здоровье. Пирофосфаты. Представляющая опасность для здоровья может привести к нарушению баланса между фосфором и кальцием. Охренеть. Котлеты московские. Квалита какая-то фирма. Че они стоят? Блин, неудобно с ценниками здесь сделано вообще. Ну, их и нету тут, можно не смотреть. Вообще неудобно. Котлеты, что это были? Московские? 10,92. Вот эти посмотрим, котлетки. Вот эти? Да, домашние. Вот они вроде симпатично выглядят, так в упаковочке, прям цивильно. Сейчас посмотрим. Средняя цена 99 рублей, отзывы 1,7 из 5. Такие котлеты даже собаки давай страшно, вкус ужасный. Горький, мяса там точно нет. Кишки, картон, правда горькие, там пишет. Котлеты домашние. Тут ценник фиг найдешь, да, тоже? Да. А вот котлет домашний. 154 рубля 90 копеек. Ну да. А здесь 450 грамм или другое? А, 450 грамм другое, да. Слушайте, неудобно, неудобно так искать, конечно. Я не вижу вообще. Вам бог с ними. Надеюсь, они дешевые. Курица вон есть, наша ряба всякая. Ну, курицу мы здесь не будем брать, да. Вид, да, у нее плохой. Она как перемороженная вся. Здесь вообще она побитая. Ну да, били ее, видимо, сначала. Издевались. Колбаса, сыр, короче, холодильник. Пахнет хлоркой, ужасно. Прям ужасно. Так, блин, тут долго как бы не на это, не сможешь находиться с таким запахом-то, конечно. Yeah. Я даже не знаю, что тут посмотреть, в принципе. Карат, сыр, карат хороший, дружба хорошая, в принципе. Борька и Зойка. Мичка дорогая. 70 на чем-то брали здесь. Ну да, в Светофоре, да? А здесь 90. Что-то вот это мне не нравится. Она в чем? Сгущенное молоко это. Ну-ка, давай его прочекаем. Мне кажется, конечно, наверное, ерунда какая-нибудь. 2,3 из 4. Средняя цена 109, а здесь 139. БМЖ. Плюсов нет, сплошной, это явно не сгущенка, точно не ГОСТ, удовольствие. Хорошая сгущенка, вкусная, густая, придавленная вкус, никаких хлопьев нет. Плюсов нет, они сплошное написано, что ягода молоко цельно, на самом деле неизвестно, с чего это сделано. При вдавлении чая распадается хлопья. Вот видите как. Колбасы, колбасы. Ну, колбасы, ладно. Ничего хорошего быть не может. Что ты там увидела? Сладкая. Сладкая? Сладкая. Смотри, как аппетитно. Ну да, что-то такое интересно. Благо, дорожка. Масло 110 рублей, дороже, чем чижики, да? Да. Дороже. Угу. Сладости, куча печенек, тоже вафелек тут представлено. Я не знаю, все это стоит, не стоит оценивать. Это все на любителя, мне кажется. Вкусы разные, но сладости вот этих углеводов здесь куча. Тут даже детское питание есть. Не рискнула, да? Хрутка какая-то, это что такое? Готовый завтрак, хрутка. А, это хлопья. Давай проверим, сейчас дети любят хлопья. Любят. Что купим? Ну, купим, сейчас посмотрим. Что я всегда беру. Что мы купим? Стоит 177,90, средняя цена 141. 4,5 из 5. Это хороший отзыв.
Плюс покупала магнит семейным, понравилось. Купила в магазине Победа, оказалось совсем другое качество, есть подозрение на подделку. Так, минус жесткие и темные составы зерновые продукты. Вкусные хлопья детям очень нравятся. Плюс вкус, минус много дробленых. Ну, в принципе... В магните он стоит 200 с чем-то. Дороже, да? Лучшие сухие завтраки, пишут. Минус многовато сахара. Вкусно и приятно очень. Всем нравится. Минус не нашла. Ну, короче, как бы нормально более-менее. Что вот еще? Орешки. Ну, это орешки, это понятно. Батончики белой глазури. Вот это, наверное, вообще вкусняшка. Ну-ка, если вот так вот делать. Интересно. А, так не получается. Интересно, почему? Ну, тут не соответствует, что ли, упаковке? Интересно, ну-ка, может, печенье увидеть, что ли? Ну, сейчас с упаковки попробуем, ну. Приложение Rate to Goods. А, нет, соответствует, смотри. Печенье дымка с арахисом, 84 рубля средняя стоимость. Ну, один отзыв, тут пятерку поставил, тут максимально. Вкусные большие печенюшки с толстой шоколадной прослойкой. Это радует. Печенье сдобное, колечко, малина. Ну-ка. Нету ничего. То есть, ну, тут не у всех. Мусики, жевательные конфеты. Нифига себе, 268,90 цена за килограмм. Средняя цена 196 рублей. Ну, отзывов тут мало, непопулярный продукт. Вкусные, детям понравились. 4 из 5, 2 отзыва. Так, конфеты микс Joy Nut. Десерт. Невские, да, кондитер. Тоже ничего нету. Так, чаи, кофе вошли. Это что у нас? А, это приправы. Да, я что-то затупил. Можно же с этикеток просто брать. И вот так вот, и все. Кофе какой-то Витли. Вообще неизвестный. Кофе ЖК Триумф, давай посмотрим. Можно было продукцию-то не поднимать, я что-то сразу не додумался до этого. Теперь будем знать. Средняя цена здесь, смотрите, 268, а тут цена 199, дешевле, 3 из 5, вернее, 3,5 из 5. Кофе Жокей. Не нашла ни одного достоинства, бешеной мягкости, аромата нет. А, кофе бодрящий, бодрит свою горечь, осадка на дне чашки вообще всем, что может быть отвратительного, попытка чего-то. Сделать из Г конфетку. Фу, кофе. Нормальный кофе по соотношению цена-качество. Годный кофе, но по привлекательной цене. Хороший тепкий вкус, аромата чё-чё. Понятно. Ну вот Макс Вилхаус должен быть хороший кофе, я думаю. Вот такая упаковочка. Ага, нифига. 2,5 из 5. Цена вкус минус осадок. Что еще есть? О, смотрите, Gold. Chiba Gold Selection. Цена 209,90, средняя цена 235. Вот это кофе уже хорошее. Много отзывов. А, ну как много? 13, но все равно. 4,2 из 5. Когда-то раньше брал, был норм. Сейчас как будто какая-то грибковая плесень заполнена от этого кофе. Ба-ба-ба. Хороший кофе по качеству, гораздо лучше всяких жокеев. Ты что хочешь взять? Это что такое? Шоколад. Мне кажется, шоколад в этих магазинах брать, на одно расстройство. Ну, не знаю. Помнишь, тебе робот вчера сделал? Невкусно. Ну. Средняя цена 189,90, отзывов нету. А, тут 99, то есть дешевле намного. Ну, можешь брать, если хочешь. Попробуешь. Так, а чипсы вот мне интересно. Чипсы, а, ну это Лейс. Лейс, понятно, чипсы вкусные. А вот где чипсы... Какие-нибудь другие сравнить бы, интересно было бы. Чипсы Гросс. Ну, в таких коробочках. Все посмотрим. Цена 43,90, средняя цена 25,83. 3,6 из 5 баллов. Плюс вкус, минус цена. В коробочке идут две упаковки по 40 грамм. Вкус немного химозный. Так, ерунда, когда сделано непонятно из чего. Вкус пресноват, при этом еще и стоит относительно недешево. Хотя тут есть и поклонники, плюс очень вкусно, по вкусу норм, как-то маловато. Вполне себе, ну, вкус не похож на картофельные чипсы. Но это понятно. Так, вина пошли различные, пивчанская, я думаю, нам это не интересно. Вот, батончик с какао, кстати, интересная тема. Ну-ка, сейчас попробуем, сливочный. Отзывов нету, к сожалению. По конфетам вообще заметил
Как-то пресновато с отзывами. Так, жевательные конфеты, это все мы смотрели. Что-нибудь такое бы более популярное, более, так сказать, вкусное. Вот коровка, что ли, да, это? Конфета сливочная му, ну, типа на коровку похоже. 119,90 цена тоже, да, отзывов нет. Французские сухарики 108,90. Я в таких упаковках никогда не брал, но вообще это как бы хороший, годный продукт. По сути, вкусный был, да? Сейчас мы проверим. То есть мне они раньше нравились, когда я еще пивко употреблял. Был огонь. Ну, смотрите, среднее цена 90,26. 4 из 5. Ну, правда, 4 отзыва. Вес, вкус. Ну, конечно же, количество целых полкило. Вроде островато, но это холодец хрен. Для большой компании самото. Вкусные, острые. Неплохо полкило сухарей. Да. Эти говорят, вкусные. То есть, ну, мне раньше тоже они, в принципе, нравились. Кстати, вот свинина еще тушеная. Курганский молочный комбинат. Вот они так выглядят. 141,90, ничего нету. Тушеная говядина, индейка тушеная. Так, а где, я не понял. Тут можно свинина тушеная, Госкопинский. Все равно тушеный выше сорт. Курганский, но вот это курганский был. А вот это, видимо, Скопинский. Смотрите, они прозрачные баночки в стекле. А вот в стекле это хорошо, но стоимость 96,90, конечно. Средняя цена 72,24. На картинке что-то другое. Но это вот... Это салют. Ну, в целом 3-4 из 5 тоже не очень. Но давайте вот эту свининку проверим. Что это за свининка такая тушеная, что... Блин, ну она, по-моему, Скопинский. Сейчас посмотрим. Да, Скопинский, село Успенское. Ну-ка, давайте. Да, тут не пробьется. Фотки нет. Видны куски мяса, минус мяса очень мало. Интересно. Каша, гречневая смотрели, перловка это смотрели, шпроты в масле. Собственно, здесь мы прошлись уже. Марлина что-то еще выбирает. Ананасы тоже смотрели. Чипсы нашел, московский картофель. Лук, сметана, да? Так, где у него тут? 139,90 стоит за 240 грамм. Отзывы есть, средней цены нету. Один отзыв всего. Отличный натуральный картофель. Всем рекомендую. Наш производитель молодцы. Ну, так вот. Что, все тогда? Все. Побрели куда-нибудь отсюда. Это что такое? Дрожжи. А, дрожжи. Все, ребята, если вам интересно, напишите в комментариях. Мы у все. В следующий раз еще какие-нибудь магазинчики, светофоры повыбираем, еще что-нибудь. Но это пока был город Арамиль, напоминаю. Арамильский привоз. Вот такой магазинчик. Надеюсь, было в чем-то полезно. Просто телефон садится с отзывами. Программа Rate of Goods называется. Она есть как для айфонов, так и для андроидов. Ну, iOS и Android. Всем спасибо, кто смотрел. До встречи. Пока-пока.